мы уже видели. Что белые поля какие-то образовались. Непонятно. Ладно. Без разницы. На белые поля. Так, 2 часа. А, зона Е. Белые поля, вам тоже показывают белые поля? Блин, давайте белые поля уберем, давайте заново запущу. Что-то белые поля мне не нравятся. Они как-то мешают, эти белые поля, ребята. Давайте еще раз. У меня с черными полями запускалось все. О, теперь нормально. Стрим работает. Короче, случилось такое. Я делал восстановление системы, и мне удалилось игру вообще полностью. То есть и запуска файл удалило, и сохранение удалило. Зашибись просто. В общем, видам все удалило, и короче, я заново перепроходил. И вот эти 2 часа, которые не было стрима, я перепроходил игру. Но случилось еще кое-что. У меня почему-то один предмет не отображается. Это такая бомба огненная. Ладно. Думаю, она не пригодится. Надеюсь на это. Так, ну как всегда, мне надо этот фрукт взять. Я на том же месте остановился, на котором вчера стрим закончил. И да, я нашел кое-что. Я нашел те места, которые я не проходил. Я понял, как их проходить. Не это. Это я понял сразу. Да, привет, Антон. Удивительно, что ты не спишь. Но, в принципе, это хорошо для меня. Есть смысл стрим запускать. Сейчас мы сдохнем. Блин. Я говорил, сдохнем. Как выяснилось, ничего особо сложного-то ничего в игре нету. Второй раз игра вообще спокойно проходится. То есть, так сказать, и диалоги все пропускаются, все пропускается кругом. То есть на второй раз вообще игра идет хорошо. И сдох. Ага. Ай, блин. Где-то наверху. Мне надо как-то наверх залезть. Как только. Мне кажется, сюда рано. Мы не сможем сюда залезть. У меня, конечно, есть штука, прыгалка кое-какая, но, наверное, вряд ли. Вряд ли она тут поможет. За 3 часа спокойно сейчас стрим можно провести. Ага. Нам надо достать для бабы 3 фрукта. Блин, мимики эти долбанутые. Да. Думаешь, жизни? А фиг там. Это не жизни. Угу. Так, это только с обратной стороны. Значит, так вот надо. Я посмотрел там, как... Я не посмотрел, а выяснил, как на первой зоне собрать кое-какой предмет.
Так, а и что я должен делать теперь? Ну давайте вылезем. А. Пока непонятно. Блин, муха там. Тут непонятно вообще, что делать надо. Вот открыть надо. Ну а как? Будто Агату Кристи слушаешь. Черную луну. Ой, это что такое? Я думаю, это сохранение. А это обман. Ладно. Дубль 2. По не той тке 2. Ага. Мне кажется, только туда. А, блин. Думать надо много. Там я не прошел вот это место, потому что там смысла нет. Там все с другой стороны. Ну как-то что-то тут надо делать, по-любому. Или прыгалку использовать. А прыгалка может использоваться на этой... Вот, на... вот здесь. Может. Ага, понятно. Тогда мне надо как-то ее реально использовать. Где-то, на... где-то найти. Ага, вот здесь. Допрыгиваю. Не допрыгиваю. И что делать? Где есть? Алин. Могу так прыгнуть, но толку от этого. Зависает в воде. Вот это типа фрукт, да? Который ей нужен. А как я его достану-то? Вылезти из машины нельзя. Печально. Я могу их, конечно, уничтожить, но толку от этого. Пока непонятно, что разрабы хотят от меня. Я понял. Я понял, как это проходить.
Ай, блин, не так только. Дальше, дальше, дальше иди. Ну куда ты? Наверх давай. А какого? А-а-а, прыгалку надо. Да не так прыгал. Да не так. Так вот надо. Во, блин, не допрыгнул. Да не так. О. Так, а вот теперь вот так. Все, победа. Так, еще один предмет найден. Сейчас только не сдохнуть бы. Ай, блин. Так. Так. Поинта нет, да? Нет. Блин, чекпоинта нету, ё-моё. Я тут болею, если что. Ай, блин, не туда залез. Кстати, да, а если я вот здесь что-то кое-что сделаю? Мисс Канна, это время для вашей воды. Сегодня минеральный источник, из минерального источника. Ям, это хорошая штука. Это так, стой, крейв, блин. Я так жажду этого. Я заметил. Кенвуд набрал воды. Голову Канны из водяной банки. Что? Мое личное время, мне нравится что-то, это не круто, позор, чего? Или стыдно? Ты что? Ты принес мой фрукт? Насчет этого, у меня их нет еще. Нет фрукта, нет разговора. Короче, мы прервали ее трапезу. Торопись давай. Принеси мне фрукт в следующий раз. Действительно, как... Подожди секунду. Скучно. Или подожди. Не знаю, что такое спрулинг. Или польжу наперс, мисс. Ну это, то есть... Прыгалка, мисс. Верно, точно. Если у тебя ее нет, ты должен найти ее. Это подсказка. Она пытается быть милой с нами, но у нее нет подсказок, то, что она думает. Чего? Но она не может подсказать то, что думает. Ну-ка, а вот тут что? Что это такое? Это просто так, наверное, да? Вот это я не заметил, кстати. Тогда... Проблема в том, что мне бы сейчас сохраниться. Иначе я сдохну. И опять заново будем. Сохранение, кстати, от игры, я так и не знаю где. Или в самой игре, или в какой-то папке. Но я папку с игрой скопировал. Другое место. Так. Да блин, мне не сюда надо, ё-моё. Это же срез. Блин, а где сохраниться можно? А, я знаю, где можно сохраниться. Перед боем с ней. Да блин, опять и минеральные источники. Да серьезно. Блин, минеральные источники, хорош.
И вот здесь страница. Так, теперь нам надо вон туда идти. Вот сюда вот. Думать, что тут делать. Послезавтра я итоги года сделаю. Ну, конечно, не будут они такими классными, как там обзоры какие-то, еще что, монтажа там не будет. Ну, в общем, просто будет разговорный стрим, так сказать. Блин, как тут проходить-то? Я пока не понимаю. А, тут этот. А, тут вообще другое. Тут этот апгрейд. Увеличение энергии. Сюда мне не надо, значит. Мне надо вон туда. Вон, видите, налево еще есть вход. Использую прыгалку там. Где? Здесь прыгалку не используешь никак. Я не пролезу. Сюда надо возвращаться потом. И, кстати, для первого уровня нужна эта дрель. Там в первом уровне есть место, где надо дрелью раздробить. Ай, блин. Так, ну тут можно, наверное, надо все-таки прыгалку, а потом дрель, наверное. Попробуем. Ё-моё. Серьезно? А лучше вот так. А это понятно, что это не жизни. Понятно, что это подвох. Ага. Так, ну это обратно, по-любому. Ага. Я чувствую, тут муха будет. Семечко дохнет. А, надо цветочек вот этот привезти туда. Вот так вот. Во. Теперь что надо сделать? Я фиг его знает. А, ну теперь надо сломать. Нам надо горшок вот этот. Вот видите, горшок. Попробуем. Прыгалкой. Да и не прыгалкой. Ой-ой-ой. Что я делаю? Так, вот так. Ну, хотя бы так. Да блин. Ага. Ура!
Все, темечко активировано. Теперь надо воды наполнить. Так, все, мы нашли все предметы. Все фрукты нашли для этой бабы. Да блин. Все, возвращаемся к бабе. Так, а там зеленый кристалл, это что такое? Типа место, где есть это, секрет? Получается так, да? Так, это короткий путь? Да. Ну все, держись. Мы принесли фрукты, которые ты хотела. Сейчас как насчет ключа доступа? Круто! Чего? Крутая у вас реакция или что-то такое? Подождите секунду. Глубокое дыхание. Вот мы и пришли. Что-то поп. Хорошо. Идите и возьмите. Гакуе. Кана взяла цветок. Она плакет, не знаю, что значит. А, она взяла цветок, вставила в свою голову, себе в голову, ну, понятно, волосы куда-нибудь или куда. 3 литра фруктов в рот Якобу. Чего? Что? Якобу нравится. Сверх особенный. Он может смешивать все гудис. Читай свой гудис. Все блага этого, то, что он съел, так он может, так ему может нравиться, он может делать лекарства из этого. Он! И вот сделано. Вот возьми для Евы, типа, это лекарство для тебя. Выпей его. И все за один глоток. Лекарство? Что ты... Глоток. Мое тело чувствует себя так светло. Отлично, но это просто как... Это просто, не знаю... Просто just for a while, как ты перевести. Но это только в данный момент, типа... Тебе нравится, что-то не используй это. Полностью излечиться и бьюсь в заклад, что вы вам понравится на этой планете. Только временно. И еще спасибо, Канна. Все хорошо. Я хочу немного использовать этот цветок и полностью поработать над тяжелым, над усердным ростом. Я также... Хочу подразнить тебя немного. Чего? Мое благородие, моя... Не знаю, goodness, что это такое? Мое святейшество, мисс Канна. Вы по-настоящему способны что-то такое. Спасибо за это. Может, вы скажете нам насчет ключа доступа? Ох, это, да. Как же. Блин. Извиняюсь. Здесь нет ключа. Баба, ха-ха-ха. Вы полностью упали. Чего? Полностью упадете? Не понял. Перестань, тумфурлери. Не знаю, что такое. Перестань дурачиться, видимо, Канна. Пожалуйста, возьмите эти данные.
Понятой карта Е3. Зона Е. Понятой карта? Да! Это как сверхбыстрая, как планетой! Он появился, там появился мутант, короче. И он держит ключ доступа. Как Канна упоминала, этот планетоид довольно быстрый, так что будьте осторожны, видимо. Я хочу, чтобы мы помогли вам, но мы должны взять немного времени, чтобы починить Эйр, перед тем, как мы будем действовать снова. Понял? Можем справиться с этим мутантом и сами. Может, ты найдешь Тюн в битве? Что такое Тюн? Прощай, цветок. Какой еще цветок? Так, вот секрет, я не могу это собрать. Как его собирать, фиг его знает. Как-то с другой стороны, наверное. Видимо, пока его лучше не собирать. Сейчас можно в первый уровень вернуться и собрать там кое-что. Да, мухи идут к черту. Ненавижу этих мух. А там куда? Ну-ка. Это куда? Ага. Ага. Я не могу. А, вот. Вот здесь я не могу. У вас там все нормально? Да, вроде да, нормально. Так, у нас тут супер оружие. Я его берег. Да, также я могу молниеносно убивать врагов. Вот так вот. Атакер стоит. Врагов не обязательно всех убивать. Ой, блин. Ай. Оружие собрали, гады. Ладно. Все, да? Планетоид, карта Е1. Так, червоточина. Так, идем туда. Я понимаю, что я стрим поздно начал. Так, блин, чё я этот селик нажимаю? Привычка уже. Ага.
Ну все, назад надо идти. Сюда. Короткий путь. Перед цветок. А, блин. Давайте я поставлю вместо дрели вот это. Тут прыгалку где-то использовать надо, да вряд ли. Прыгалка там, где только вода используется, видимо. Что у нас открылось? Новые планеты? Ага. В 3 штуки. А чё они носятся так? Не, давайте-ка я назад пойду. Я сейчас вам покажу, где что. Как собирать там предмет надо было. Зоне А. Ну, сначала, наверное, во Флосантер сходим. Там нам надо дрель использовать. Вот здесь. А это первый уровень, я знаю. На самом деле уровни довольно быстро проходятся и не успевают надоесть. Это меня радует. Но при повторном прохождении, да, сохранение стерлись, но все равно я прошел довольно быстро. Так, где-то тут. Вот оно. Видите, да? Вот оно. Без дрели нельзя это пройти. А это без этого, видимо, нельзя. Слишком долго будем. Опять дрель. Так. Наверное, вот так. Ага, а куда дальше? Или вот так. А где предмет нужный мне? Странно. Пока не понял я. Тут тупик, что ли? А где, блин, предмет? Интересная логика. Ну-ка, вниз вот так. Нет, это дохло. Я не понял, а зачем тогда сюда вообще надо? Не, ну это выход, понятно.
Интересно. Или мне надо всех врагов убить? Возможно, всех врагов надо убить. А они ждут за этими? Предмет не появляется, потому что всех врагов не убил. Все возможно. Понял я. Юмора. Вот убил всех врагов, и что дальше? И чё? Чего от меня тут хотят-то, я не могу понять. Непонятно. А что делать-то? Где предмет-то? Алло. Ладно. Может, он появится потом? Ничего не появилось. Странная улыбка. Ну-ка, и посмотрим, что слева. Тут что у нас? Ничего такого. Странно. Очень странно это. Ну-ка, сюда. Там вода есть, кстати. Так, это куда? Был я тут, не был? Не помню я. Давайте посмотрим. Возможно, и был. По-моему, был. А нет, не был. Карта. А может, и был, но только тогда был. А тут забыл про нее. Видимо, да. Да, я тут был. Просто так тогда не был. Может, я вот когда перепроходил, не был. Забыл про нее. Это получается, я все собрал. А зачем тогда мне туда надо было с дрелью? Я думал, там какой-нибудь секрет будет нормальный. Там нифига нет. Так, а все собрали.
Вот в этом уровне я не все собрал. Я сейчас покажу, как собирать это. Так, нужны ракеты. Помните, я не мог собрать там? Потому что я вот так не сделал. Ракеты, короче, они вот эти штуки меняют. Я там разбивался и не понимал, почему я разбивался. Оказывается, здесь все проще. Вот видите, сейчас уже не разобьемся, все. Сейчас я соберу ее. Планетой карта B4. Ага, хорошо. Я не стал ее собирать в перепрохождении, ну. Решу показать, потому что, ну. Там я если не показал, значит надо здесь показать. И еще одно место я хочу показать. Планетой B4. А, ну вот, нам показывают, что планета открылась. Но в зоне Б. Помнить, нам в зону Б-то сейчас и надо. Так, зона Б. Тут аж двух предметов не хватает. Я не знаю, где двух предметов не хватает. Карта, по-моему, давно показывает. Вон, видите, показывает, что вон там секрет. Вон красная. Он горит на красном. Слева. Кстати, вот туда тоже интересно сходить. Вот сюда вот. Вот я здесь тоже что-то не собрал. Сейчас проверю. Вот здесь что-то тоже надо делать. Что это такое? Что вот это такое? Как-то надо сюда на этом. Или как-то обойти, прилететь сюда надо, или чего, я не знаю. Видите, я не могу сюда идти. А как это взять, я не фиг его знает. Мне надо как-то вот эти вот штуки делать так, чтобы они не вышли. Или мне надо рывками резко успевать. Не то. Возможно, рывками. Так, вон оно, это место. Вон, видите, там, вон вход. Да, именно сюда и надо.
не помню, показывал я его или нет. Я не стал его проходить. Мне кажется, что я здесь не был. Мне кажется, я пропустил это место. Линда. Ага, ключ нужен. А, ну, наверное, тут два предмета оставшихся и есть. Это тут, наверное, еще выход на босса. Ай, блин. Гадюка такая, а? Ага, ключ. Вот. Вот теперь я могу тут дверь открыть. Да, я тут не был. По крайней мере, я не помню. Карта Б. А нет, был. Нет, был я. Просто не стал проходить это. Вон туда конец, чё? Первоточина открылась. А может, тут еще что-то есть? А вот вот что еще? А, ну понятно. Ничего нового. Я тут был. Карту Б я не открывал. Возможно, а возможно и не и был, а может и не был. Может и не был. Как его быть? Может, пропустил ее. Угу. Так, секретов тут больше нет, да? Вон еще не открыта карта, видите? Вон наверху еще не открыта, и внизу вон там не открыта. Сейчас проверим. Мухи эти достали. Ничего тут, ничего нету. Правильно, на скоряк все играл. Ну не совсем на скоряк, конечно. Ага. Так. В самый низ теперь. Ну это понятно. Ага. Это якобы все, да? Ну там с правой стороны тогда надо что посмотреть тоже.
Так, с правой стороны. Вот здесь, с правой стороны, куда-то можно. Вот видели? Чем кажется, сюда можно попасть. Может, нельзя. Фиг знает. А, нельзя. Экран не переходит. Так. А здесь вот справа, чё? А, ну здесь всё, да? Невидимая стена. Тут дрелью работать? Нет. Да непонятно. Это еще предмет надо найти какой-то. Но где? А может быть где угодно. Здесь что? Кстати, а где то место, где этот был? Мужик-то со своей штукой. Может, он даст мне предмет еще один какой-нибудь? Это я забыл уже, где он. А, кажется, вспомнил. Тут где-то. Ай. Вот здесь, по-моему. Да. Эй, Джейсон, давно не виделись. Как пока все пришли сюда, ты должен... Ты бы заметил, что мутанты еще нападают, видимо. Я думал, что это будет было странно. Когда Завира ушел, и все... Так я с Китай смотрели куда-то там, и... Так, несколько больших... Большой что-то остров какой-то показался, и ударил что-то там посреди океана. Вот где мутанты выходят. Пересечении всего океана. Мы ни за что не уйдем, хотя, не знаю, вот так вот. Мы хотим проверить, пойди проверить. Так что мы начнем обновлять Куебика, но... Потерять несколько... Но мы потеряли несколько важных частей. Да, правда, интересные части, но уже это поебика, короче, не хватает частей, я так понял. Ладно. Это боль позади нас, это такой. Сейчас ух. Какой-то слух рядом с горами распространяется. Золотые монеты моих предков похоронены где-то были давно. Нам нужно найти эти монеты. Я скажу, нам нужно 8. Я знаю, у тебя важное путешествие, так что торопись. Но если... Найдешь время, можешь поискать монеты для нас. Джейсон, если ты беспокоишься обо мне, я в порядке сейчас. Давай поможем Ганбею. И чё?
Меня чё? Ай! Что-то у меня кнопка перестали работать. Не понял я. В геймпад заглючил. Не понял я. Ну-ка, погодите-ка. Проверю сейчас. Да, не работает геймпад. Да ё-моё. Перестал геймпад работать. Сейчас, подождите. Начинается утро в деревне, блин. Чё, и геймпад перестал работать. Ну чё, он находится, нет? Давай, находись. Молодец. Давай уже. Включился? Да. Если с Евой все в порядке, со мной тоже, мы поможем. Давай достанем эти монеты. А где их доставать-то? Что он имеет в виду под этими монетами? Не понял. Пожалуйста, найди 8 монет, скрытых в горах. Здесь рядом, нет проблем. Кстати, насчет Теи, когда она сначала показалась здесь, я думал, что она дух, отправленный богами, чтобы помочь сразиться за Вирой. Я не понял, что не так. Я встретил вас двоих. Ну, она была отправлена, чтобы помочь сражаться за Вирой. Ты не прав насчет этого. Просто не говори насчет этого. Я хочу сказать ей... Я хочу говорить ей правильное что-то иногда. Иногда? Сейчас я просто хочу подумать насчет ее, как ты. Ставь меня чувствовать. Это заставляет меня чувствовать немного одиноким, но думаю, что она может не быть моей Теей навечно. Понятно. Вот покинет она тебя. Переживаешь. Так, тут что-то надо делать, наверное, да? А где монеты-то искать? Монеты тут рядом неподалеку. Какие монеты? Что ты хочешь от меня? Какие монеты? Монеты какие-то должны появиться? Или это просто разговор? Ладно, допустим. Монеты рядом. Какие монеты еще рядом? Вот это что ли? Точно монеты. Ладно, сейчас пособираем. Они, оказывается, тут неподалеку. Серьезно? Ладно, сейчас 8 монет, да? Вот еще одна. И иди нафиг от меня. Чем
мышь была, что ли? Блин, мышь, убирайся отсюда. Так. Две монеты собрали. А где третья? Они, наверное, по всему уровню спрятаны, да? Не удивлюсь. А может, они показаны? Нет, не по... Или показаны? А, вот эти зеленые точки, это случайно не монеты? Ну да. Ага. Зеленые точки, это и есть монеты. Тогда отлично. Спасибо, что показываете, где они находятся. Где-то здесь. Вот она. Блин. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно. Достанем, я думаю. И за это, наверное, предмет дадут. Так. Все, да? Все, идем назад. Так, четыре монеты собрали. Так. Так, тут где-то в конце монета. Да, вот она. Вот зачем это место. Теперь понятно. Так, осталось раз, два, три. Три монеты осталось. Так, одна в конце. Ай, блин. Ай, ё-моё. Ага. Ну да, сюда. Так я и думал. Туда никак не пробраться. Вот на монета. Монеты спрятаны в тех местах, которые мы не могли. Ну как, они понимали, зачем туда надо идти. Блин. Он сдохнет скоро. Так. Теперь уже не сдохну. Так, монета, вон она где. Так, и наверху осталось. В том месте, в которое я только что летал. Недавно летал.
то есть не... Ну а вот сюда. Все, монеты все. Спасибо разработчикам, что показывают, где они все находятся. Ну все, собрали. Эй, Ганбей, мы собрали все монеты. Отлично, спасибо. Сейчас мы должны закончить обновление Куебика. У вас так много неприятностей от нас. Вот, я хочу, чтобы вы взяли это. Это мой способ сказать вам спасибо. Эмблема Куебика. Эмблема собирается, получает, получена от Ганбея. Буду честным, хотя у меня нет больше подсказок, что делать. Ха-ха-ха. И у меня нет понятия, что я делаю с этой штукой. Что делать с этой штукой? Я немного проанализирую. Разом я держу это. Я буду держать это. Так, ну все, и получается экстра. Эмблема Куебика получена от Ганбея. Это экстра. Возможно, это какие-то дополнительные материалы. Ну что ж, вниз. Короткий путь. Я так понимаю, тут мы все уже... Все уже нашли. Так, не сюда нам надо. Все нормально, да? 1 час мы играем уже. Зато все сделали. Да, все нашли. 1. B4 ничего не нашли. B3 нашли. О! Я вижу Г. Кто-то написал. Антон все еще здесь. А как на Б... Вот B1 есть планета? B4 есть? B3 есть, а B2 где? B2 нету. Вот B2 тут откроется. Так, тут 2 хода, а не один. Один просто сратых. Сверху и снизу. Так. Ты как там Реймона-то проходишь? О! Impact Wave. Окружает Софию. Стену ультразвуковых волн. Ну-ка посмотрим. Ага, понятно. Ультразвуковые волны, значит. Так, это опять перешел? А, понятно. В Epic Games там дали Shadow Tactics. Я не знаю, что это. Я взял. Не знаю, с GTA я не знаю, хочу ее проходить, не хочу. Подумаю. Насчет GTA. Вот первый GTA, это, конечно, вообще... Хотя бы первый запуск сделать их. Посмотреть хотя бы их. С2.
Т3, Т1. Здесь все собрано. Я пока все собрал, где можно, что. Зона Е. На зоне Д-то я все собрал. Интересно. У нас тут планеты не все это. Зона Д. Зона Д, вот она. Так, собрано. Собрано. Не собрано. Ну-ка посмотрим, что я там не собрал. Д4. Что-то я тут не собрал. А что не собрал-то? Собран этот апгрейд. Что-то тут еще есть. Что-то тут еще спрятано. О как! Хитро. Я тогда это тоже не нашел. Хорошо, что есть карта. Ну как вам такая атака? По мне зашибись. О, карта Д. Карта зоны Д. А чё червоточину не дают? Ну ладно. Планеты рандомно стоят? В смысле рандомно? Так, ну сюда нельзя пока. Зона А. Зона Б. Сейчас мне надо в зону Е. Там видели, планеты закружились. Это неспроста. О, как кружат, смотрите. Как их остановить? О, Е1 поймал. Отправляюсь. Не по порядку? Возможно. Прибыли на планетоид. Жизни. Это хорошо. Ах ты гад. Ура. Мы еще жизнь улучшили. Ага. Ай, блин, уйдите нафиг. Блин.
Блин. Это я слишком потрепало меня. Так вот сделаем. Карта Е. Куда? Там же еще что-то есть. Какая червоточина? Ты издеваешься? Там же три предмета. Ах ты гад. Вон, я же говорю, три предмета. Планетоид, карта Б2. О, Б2! Я помните, говорил, не хватает Б2. А вот и Б2. Ну все, можно уходить. Я мне червоточину не надо. Так, новое открытие. Б2. Так, а где было Б1-то? Вот Е1. Пойдемте на Б2. Кто там говорил, а не по порядку? Не по порядку, просто я не нашел координаты. Так, прибыли на планетоид Б2. О, а три ключа надо. У меня нет трех ключей, тут два ключа надо. Ё-моё, что за враги? Ну, вот эти были. А, блин. Где мои ключи? Фиг-фиг, мне они ключи, да? Эй, а где мои ключи-то? Это я не понял юмора. А, вон куда надо. А вот и ключ. Ой, блин. Так, два предмета, по-моему, тут, да?
Ну все. Теперь у нас опять полная энергия. Так, вот эту мне надо штуку достать. Видимо, нельзя, да? А нет, можно. Реактивная комета. Ощущает этот атак, запускающий атак, когда... Понятно. От встречного взрыва, короче, ощущает. Оу. Давайте попробуем. О! Еще апгрейд жизни. Ну, улучшение жизни. Ай, блин, шипастое говно. Да не пойду я на тебя. Иди отсюда. Так, надо 6 ключей. Блин, шипы надо идти. Ладно. Так, 5 ключей у нас. Вот 6, теперь 6. Ура! Жизни увеличились. А, все, да? А мы сколько предметов собрали? 2, 3. Ладно, пойдем в червоточину. Да, 2 предмета собрали. Идем дальше. По-моему, мы все предметы собрали, может, да уже? Зона Е. Зона Е у нас еще не почищена. Какую планету-то мне? Так, Е1-то розовая. Зеленая, Е2. Идем на нее. Ага, ясно. Ага, тут дрель нужна. Это с другой стороны. Ой, блин, я думал, это сохранялка. Это опять, блин, подлое говно. Опять, блин. А тут чё? А, это короткий путь. Так. Давайте пока это. А, сейчас надо выжить, пацану. Сейчас тут будет. Да, я так и знал. Вот это говно тут будет. Планетоид, карта С4. Так, надо будет на С возвращаться.
А вроде один предмет был, да? Сейчас проверю. Так, место, где был корабль. Да, один. А вот и планета, которая не исследована. Она даже показана, что она не исследована. Так, два предмета. Опять апгрейд будет там. А, я не собрал на Е предмет. Я там не могу собрать. Так. Ага. А, тут апгрейд энергии. Ну, усиление энергии, увеличение энергии. А тут, наверное, босс, да? Вот, что-то я так и думал. А нет, это не босс. Это просто опять ловушка. Это просто набор врагов. Так, хорошо. Успел эту штуку взорвать. Ага, флеш страйкер. Удар что-то там теневой. Срывает с задержкой сферы молнии. Какой нафиг? Там же еще есть. Вейв-страйкер, а где он? Нету. Странно, я взял предмет, а я его не могу выбрать. Странно. Рефлектор, атакер, эрстрайкер, а флэйстрайкер где? Странная логика. Я не вижу этой штуки. Ладно. Пофиг на нее. Просто опять не добавилось. Собрали, но не добавилось. Какая возможно. Может, на каком-то режиме не действует, фиг его знает. Да ё-моё. Вот она. Повышает 20% СП у Софии. Планеты вроде все четыре, да? Все четыре. Так это Е1. Вот эту, блин, фиг поймаешь. Коричневую. Носится, блин, как не знаю кто. Е3. А тут ключ. Эту планету надо обязательно проходить. С ней планетоид. Burn, Drill, Repulsion, Impact.
Метасфера. Странно. Рефлектор, атакер. А где флеш тот? Фиг его знает. Или это с сферой делается эта штука? Чего? Блин, погоди. Там что-то изменить. Босс-скелет? Нет. Это другой. Джейсон, я поймал сигнал. Это ключ доступа. Так, значит, это должно быть... Об этом мутанте говорили Канна и Кенвуд. Гы. Да, босс Гы. Уничтожитель планет. Сербробосс. Сербербосс. Так, погодите-ка. А вот тут что-то еще, смотрите. Изменить что-то есть. Вот эта штука, что это такое? А-а-а! Вон оно чё. Fire Striker. И чё оно даёт? Fire Spear. А, ну это вообще-то надо там смотреть. Как, блин? Ой, иди нафиг. Ай. Ой, блин. Ой, блин. Ай, черт. Ладно, в принципе, проходим. Так, горный пушен. Импакт, что это? Вот этой штукой попробуем его. Вот скелет. Не очень она эффективна. Ох, ё-моё, зачем я это сделал? Ой. А, ты да ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, иди нафиг. Ай, блин. Так, одна башка уже сломана. Блин, ну почти, ё-блин. С ракетами его. Как вариант. Он на самом деле не сложный. Блин.
Блин. Да. А рос со своим топом, током, а? Давай уже. Да ты ё-моё, да почти же. Ну, добью его. Этого трёхголового, блин. Трёхголовая зараза. Босс, блин. Да ё-моё. Да блин. Дай. Ух, ё-моё, да ты издеваешься. На последнем ударе, блин, так опять, блин. Ты серьёзно, а? Ай, блин. Плохое начало. Да, я сказал, что он не сложный. Сейчас он мне даст прикурить, блин. А, я понял, как его бить. А, блин, тут, а вот тут как вообще? Блин, моя энергия закончилась. Ай, блин. Есть. Победа. Плюс доступа 4. Ключ доступа измерительного туннеля между зоной С и зоной F. Сейчас у нас есть ключ доступа. Мы можем двигаться в следующий сектор. Между ключом доступа и этим лекарством. Карна по правде помогла нам. Она довольно странная, но спасибо ей. Я чувствую себя намного лучше. В следующий раз мы встретимся. Может, я скажу ей. Может, я скажу это для нее. Может, я скажу это ей. Цветок. Не ту кнопку нажал. Ну ладно. Сколько там планет? 3, да? 3. 4 пока нету. З.
Зона F1. Я чувствую себя намного лучше. Я надеюсь, что лекарство Канны это не трюк. Это такое. Или это не тяжело что-то. Лекарство Канны делается не тяжело, видимо. Я не знаю, что и думать, когда Канна внезапно получила фрукт использования, не знаю, но лекарство, которое она сделала, кажется, улучшило состояние Евы. Нам нужно идти в новую зону. Это ключом доступа, но даже так мы там получим части Софии и... Даже там мы получили лекарства и части для Софии. И раз что мы туда пришли, типа, да? Время это как эссенция, но если мы поторопимся на своем приключении, мы можем закончить его с большими неприятностями, чем мы начали. Ты прав. Я рада, что ты нашел это для меня, типа, и не потерял знак, что впереди тебя что-то такое. И не потерялся в себе, видимо. Хорошо. Верно. Добрались ближе, что ли, что-то такое. Мы уже близко. Так что держись вместе. Это что за зона? Это что такое, а? Ой, что здесь куда-то можно? И что это? Там перекрыто. Я не могу туда. На другую сторону. Див Идо. Мы удачно приземлились на планету Дивидо. Что это еще за девайс? Разделяющийся эту. Что это еще за граница на этой планете? Сектор. Короче, не дает пройти сектору, видимо. По моим анализам. Это появилось из-за какого-то этого разрыва, короче, измерительного разрыва. Ты мог звать их слезы в пространстве. Эта планета даже была разделена наполовину, потому что из-за этого планета существует в двух сторон, сторона к стороне, что-то такое. Глассиер и Десерт. Глассиер что значит? Что-то связанное с заморозкой, да? И пустыня. Так я помогаю, мы приземлились в пустынную сторону. Зона F1. Будь осторожен с разрывами. Если ты коснешься их, даже София получит... Ну, короче, даже броня Софии не устоит. Понял, я буду осторожен. Ключ доступа, прости, я не прочитала что-то там. Это может быть связь с разрывами, но... Это и отличается на этой планете. Если наш опыт научит нас хоть чему-то, босс-мутант, наверное, ключ. Так что мы должны пойти и спуститься сначала, видимо. Так, я так понял, вот это нас убивает. Мгновенная смерть.
о двух мирах. Ты мне решил переводить, что ли? Так, что у нас там, как по времени-то? Ну еще, может, час. За сегодня я не успею пройти. Не знаю, успел бы я тогда. Ой, блин, иди нафиг. Новые враги. Какие-то черви. Ой-ой-ой. Пустился куда-то. Уйдите нафиг. Ну-ка, а тут что у нас? Тут перекрыто. А ну-ка я попробую. Бесполезно. Решил посидеть со мной. Ладно, понял. Спасибо. Ах ты червь поганый. Ну-ка вернись. Вниз или вверх? Давайте тут, ой, вниз или вправо? Давайте вправо посмотрим. Что... Блин. Опасно. Так, можно туда, можно туда. Посмотрим, где тут. Тут тупик. Может и не тупик, конечно, но... Блин, я чихнул. Ой, извините. Какой кошмар. Болею, лечусь. Ага. Видимо, эти штуки как-то будут уничтожаться. Не просто так вот это вот дают. Не просто так. Ну-ка, а сюда чё? Ага. Здесь спуск. Хорошо, что есть такие ракеты. Так, а тут что у нас? О! Охранение. Он не перекроет путь, гад-то этот.
Ага. Вот я туда, куда надо, пришел. Это кто? Ой-ё. Извините меня, вы пилот? Другой человек в этом месте? Кто ты? Я не человек. Я автоматон. Это поддерживающий дроид. Поддерживающий дроид. А где твой МАН на этой планете? Верно, я мистер Танк. Я имею в виду Нор МА-03 Атом. Поддерживающий дроид. Пожалуйста, зовите меня Тесет. Мое имя Джейсон, ее имя Ева. А этого маленького парня зовут Фред. Рибит. Если ты поддерживающий дроид, это значит, что пилот Атома где-то рядом. Да, я посмотрю. Ну, я... может, ты поговоришь? Может, ты станешь говорить немного громче? Окей, прости насчет этого. Ну, действительно, я потерял его. Пилот Атома, Штейн. И я... преследовали босса-мутанта, но... он создал какой-то измерительный разрыв, и... я была разделена с Штейном и мистером Танком. Так, босс-мутант ответственен за создание... ответственен, скорее всего. Ответственен за создание этих разломов, разрывов. Вот почему мы просто встретились, и я ненавижу... путывать неприятности тебя, что-то, но... Джейсон, пожалуйста, найди Штейна, пожалуйста. Джейсон, мы поможем этой бедной девочке. Ева, хорошо, мы найдем Штейна. Спасибо большое. Вот. Это ключ доступа? Это ключ доступа в зону F2. Штейн и мистер Танк отправились туда. Другой разрыв? Эсет. Джейсон, не трогай это. Проклятие. Я буду в порядке, не беспокойтесь обо мне. Пожалуйста, просто найдите Штейна. Нам нужно направляться в зону F2. Нам нужно использовать туннель в зоне D. Зона D? Понял. Давай направляться туда. Держись, Тесет. Мы спасем тебя и Штейна. Ключ доступа номер 5. Ключ доступа измерительный туннель между зоной 9 и зоной F. Так. О, вон босс, а вон предмет, там показывают. Пойти к боссу или к предмету. А я сюда не могу. А нет, могу. Ай, блин. А, чё, отсюда? Серьёзно? Опять диалоги читать? Ё-моё, вот уроды. Уродский этот червь. Реально, опять к ней надо идти. Опять эту заставку смотреть. Мы её выключим.
Так. Далеко. Да не, недалеко. Видишь, как выключается? Хоп, и все. Разрабы знали, что... Разрабы для людей игру делали. Они понимали, что игру будут проходить не один раз. О, карта Планетоида 2. А2? А у меня разве нет карты Планетоида А2? Нифига себе. Я думал, у меня А2 есть. О. Это что такое? Ага. Понял. Касаться не будем. А это куда? Ай, блин. Чувствую, нас какие-то ловушки ждут. Ага, сохранялка. А здесь что у нас? Это лед, что ли? Это мы как бы перешли в другую зону, что ли? Ой-ой. А это еще что за... Реально ледяная зона. Гвецилс — это ледяная. Реально. Я просто персонаж помню в Киллер Инстинкте. Гвецилс. Ага, босс. А, нет, это не босс, это так. Вымораживатель мозгов. Какой гад, а? О, предмет. Абсолютная комета. Абсолют комет. Не абсолютно, но ну, вот абсолют. Задержка между защитой, что-то так, что-то понятно. Блин, ты серьезно? Ну спасибо тебе большое. А, ну ладно. Вот ты бомб. А, она у меня есть, оказывается, бомба. Блин, какой же я глупый. Надо было всего лишь вот так поменять. Все у меня есть. А я говорю, у меня нету ее.
Что у меня есть? Ладно, завтра увидимся. Ладно, спокойной ночи, Антон. Еще какие-то. Ой, блин. Мне уже это не нравится. Сейчас я еще немного попробую. Ну, поиграю в нее. Блин. Иди сюда. Нормальная штука. Замораживает близкого врага и спокойно можно его. Правда, не всех действует. Это просто была ловушка, что ли? Кстати, я тоже насквозь бьет. Главное не сдохнуть. А, во. Так, тут еще наверх можно. Сюда куда-то. Так, все, можно идти на выход. Только не в червоточину. Червоточину нет смысла идти, она далеко. Так. Так, что у нас тут? Вниз. Но вниз я не пойду. Вниз не получится. Тут как куда-то можно. А, направо это там, там никак не пройдешь. А к боссу как пройти? Пока непонятно. Понизу как-нибудь. Нет, вряд ли по низу не получится. Тут этот разлом этот. А. Я той же дорогой надо возвращаться. Эх.
А блин, иди нафиг, а. Ай, блин, как. Так, а тут вот... А если наверх? А наверх можно? А, нет, наверх нельзя. Наверх тут только вот это. Блин, слишком разделено все. Мне кажется, тут бесполезно искать сейчас, куда идти. Новые места, к боссу или еще куда. Мне кажется, эта локация слишком разделенная. Так, вот сюда бы допрыгнуть. Ага. Так, вот наверх. Перекрыто к боссу, да? Ага, и тут перекрыто. Нет, тут бесполезно. Много думаешь? Ты вроде спать пошел. Тут секрет где-то. А, наверное, вон там он. А я туда не могу попасть. А это куда? А, ну это понятно, никуда. А я сплю. Ага, спишь. Спишь и говоришь. Интересно. Так, у нас есть ключ доступа теперь. Теперь мы можем на ту сторону попасть. А, у нас же еще планета. Пойдемте в зону А теперь. Так, здесь, да? F2. Нет, не здесь. А, зоны D же. А, ну они как раз по пути. Из зоны А в зону Д. А где эта планета? Вот она. А2. Ага. Опять, наверное, прыгать, да? Нет? А что тут делать? Не понял пока что. А что тут делать-то надо? Мне непонятно, что тут делать.
Падать? Нет, не падать. Планета открылась, а толку-то с этого? Невидимые. Я понял. Ай. Блин. Понять-то? Или мне показывает этот краб, что я вот так могу идти? Ага, понятно. Краб мне показывает. Понятно. Ай, ё-моё. Так. А, понятно. Так. Так. Блин, а как мне этого краба-то убрать? А, вот так надо. Блин, ползти надо, ё-моё. Excel Charger. Что-то там заряд какой-то. Удаляет ограничение силы костюма Джейсона. И временно что-то там атаку какую-то делает. Ага. Ой, тут как бы не сдохнуть еще. Что это было? Как видите, догадался. Так. Ну чё, зона Д? Зона Б. Зона Д. Зона F2. Ага. Вот мы и с другой стороны. Ничего не нашли на этой зоне. Ладно, наверное, надо заканчивать. 2 часа всего поиграли. Мы наконец-то сделали это, добрались до зоны F2. Она отличается от зоны F1. Атом и Пилот Штейн должны быть где-то в этой зоне. Нельзя терять время на поиски Штейна. Во благо Тесет. Согласен, давай начнем поиск.
Ага, с другой стороны. Опять эта штука. Я до сохранения дойду. Завтра закончим, думаю. Ну, я еще предостерегусь. Ага. Снег можно, да, утонуть. Ну, понятно. То же самое почти, только это. Только ледяное. А, ну вот мы и обошли. Ага. Понятно. Сюда можно было не идти. Прошли немного. Одну зону, по крайней мере, прошли. На стриме имеется в виду. А так я прошел там во начало за 2 часа. Это довольно быстро. Так. Вот сюда пойдем. Ага, тут что-то есть. Опасные враги, блин. Ой-ой. Ага, и опять к боссу не можем попасть, ни черта. А, вон куда. В эту комнату. Тут, по-моему, апгрейд. Или не апгрейд, что-то, что-то есть. Ай-а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 й. Блин. А ладно. Вот так пойдем. А вот эти красные точки, что это такое вообще? Мне как-то надо их нажимать или с чего? А, вот. Вот. Ага. Во. Сохранялка. Но не до этой сохранялки я. Этот босс будет. Ну или не босс. А, ну это... Опять это... Типа босс. Эти гады, я не знал, я просто их так быстро убивал, что даже не смотрел, что они делают. Вот эти вот. Да блин,
какого фига? Сколько вас тут? Алло. Все-таки здоровье. Отлично. Отлично. Мы обновили свое здоровье. По-моему, это максимально. Где мы здоровье собрали, увеличение здоровья, туда точно нам не надо. А, вот босс. А, перекрыто все. Блин, и как? А, нам вообще не сюда надо, вон куда нам надо. Куда-то вниз. Боссу мы никак не проберем. Сейчас. Блин. Стреляли. Ай-яй. Вниз надо. Блин, ты уроды, конечно. Дают мне ничего сделать, абсолютно. А эти тоже мне бесят. Да ё-моё. Ох, эти червяки. Ну, 6 это 6-я зона, я так понимаю. Я не знаю, сколько тут зон. Должно быть 8 зон. Посюда обойти. Не, не получится. А, вон как надо завалить его. Нормально. Не так сложно валят на самом деле. Вот тут лучше так не делать. Так, тут надо вниз спуститься.
блин. Ай, блин. Так, а тут на дрелью, что ли? Блин. На дрелью. И чё тут? А, секрет. Карта, наверное. Понятой карта F2. Что, понятой да что ли есть? Ага. Так, ну сюда, видимо. Больше некуда. А вот сохранялка. Ладно. Вот здесь остановимся. Пока что. 4 часа получается. Ну там тоже 4 часа было. Ну, 6 часов. Ну ладно, без разницы. Сколько часов? Играли, конечно, мало на стриме, но. Ну ничего, страшного. Завтра, думаю, допройду. Ладно. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Отдельно спасибо тем, кто смотрел в записи. Отдельно спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на канал, на YouTube, на Твиче, на GoodGame. Пишите в личные сообщения ВКонтакте, чтобы я вам ссылку предоставил. Ставьте лайки и звоните в колокольчик, чтобы не пропускать стримы или записи стримов. И еще раз всем спасибо, всем пока, еще увидимся.